Всем привет, с вами Бардат Обзор, и сегодня у нас на распаковке пакетик Star Wars Microforce 3 серии от Hasbro. Внутри нас, конечно же, ждет вкладыш с персонажами, которые могут попасться, и две крохотульки-фигурки. В моем случае ими стали техник Роуз Тика и принцесса Лея. Выглядят они вполне себе даже неплохо и очень даже прикольно, однако первоначальная цена в 250 рублей, явно завышена. Благо, я взял этот пакетик всего за 50. Всем пока-пока.